Вопросы так хотелось разрешить, развеять тьму неведения и мрака. Взгляну на будущую даль с вершин, но где тот свет, чтоб ни в попад не брякнуть? Одна лишь Библия меня поворотила к ответам точным, разрешив вопросы. И высветилась общая картина, срубила суесловия и наросты. Цель жизни до последнего толчка в моей изнемогающей храмине. Как можно развязки умолчать? Она ни одного не обойдет, не минет. Вопросы путаются на слуху, в ногах, цепляются неразрешимой связкой. Ответ в библейских главах и стихах. Разведрился весь брак. Стало ясно. Теперь посыпались вопросы на меня. От тех, кто с Библией, похоже, не сроднился. Ответ библейский поспешил обнять. Не запорошить бы традицией и пылью. Вопросов тысячи о прошлых и о нашем, что в будущем аукнется нетрезво. Ответ софизмами привычно не украшен, покажется неимоверно резким. В моих ответах прочерк лизоблюдству, но угождение не растратило лепты. Над кажущейся ясностью развесило люстры, и мысль свободную благословил из клетки. От совопросников отбоя не ищу. Напротив, самых вызволить пытаюсь. Я не карась, но с неводом для щук. Сеть не прорвет, в изнеможении сдались. Благодарю Христа за мудрость свыше. Без меры ею награждает верных. Глухонемой и тот ответ услышит. От мнений собственных да отвратятся черви. 18 февраля 2008 года.